Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нашему диалогу, к традиционной встрече. Сегодня мы приняли решение пообсуждать с вами очень важную проблему, связанную с нормативными документами, с основными направлениями развития системы образования, которые бы непосредственно повлияли на ваш выбор, на выбор регионов, муниципалитетов, на выбор конкретных образовательных организаций при формировании заказа на учебники и учебные пособия на этот год. Я бы хотела начать с самых общих направлений и обратите ваше внимание на то, что, конечно, именно национальные проекты нацеливают нас на такое глубокое осмысление тех изменений, которые у нас происходят, качественных изменений, которые происходят в образовательном процессе. Ну, обновленные федеральные государственные образовательные стандарты сейчас находятся в стадии обсуждения, вернулась активно общественная экспертиза, и мы в ожидании всех необходимых решений. А вот уже национальная система учительского роста, она опубликована, она введена, и это наш ориентир. Я хочу обратить ваше внимание, что ежегодно в каждом... Каждый субъект будет проходить оценку качества образования на основе практики международных исследований. Ежегодно под эту процедуру будут попадать 14-15 субъектов. Конечно, к ней надо готовиться, об этом мы сегодня несколько слов, об этом мы немножко поговорим. Хочу отметить и в предметной области технологии. Там, где в организациях создаются высокооснащенные места, в точках роста, тоже встает вопрос именно об обеспечении учебниками и учебными пособиями, которые помогли бы решить те вопросы, которые необходимо реализовать в точках роста. И с этим мы работаем также. Цифровой и гуманитарный профиль, реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ этого направления тоже находится в зоне внимания как образовательных организаций, так и издательства просвещения. Мы также подготовили для вас целый пул предложений, которые хотели бы обсудить. В этом году Санкт-Петербург принимает Международную математическую олимпиаду. Мы с вами подошли к моменту, когда массово будет введен новый федеральный государственный образовательный стандарт в старшей школе. И, конечно, главное событие этого года, 2020-го, год памяти и славы, вознаменование 75-летия Победы. Мне бы хотелось начать разговор с события, которое для нас, в общем, событие, которое произошло вот в декабре 2019 года, потому что задается очень много вопросов и просьба разъяснить положение закона. 2 декабря 2011 года был утвержден федеральный закон, подписан президентом, о внесении изменений в федеральный закон об образовании Российской Федерации и отдельные законодательные акты. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание? Ну, во-первых, на то, что именно в законе сейчас отражена компетенция органа управления, исполнительной власти, функции которого и будет отдано утверждение порядка формирования федерального перечня учебников. И этим органом, безусловно, является Министерство просвещения Российской Федерации. Я обращаю внимание, насколько подробно в законе обозначено, что Министерство просвещения должно решить вопросы издание порядка, сроки и процедуры проведения экспертизы учебников, правила оценивания,
требований к экспертам, порядок отбора к экспертам, формы и срок действия экспертных заключений, предельный срок использования учебников, исключенных из указанного федерального перечня. То есть точный и подробный перечень вопросов, которые должны быть решены Министерством просвещения в Российской Федерации. Это теперь закреплено законом. Хочу обратить ваше внимание еще на внесение изменений в статью номер 4 и вдумчиво посмотреть на то, что там обозначено. Уважаемые коллеги, статьей 4 установлено, что учебники из числа учебников, входящих на момент вступления в силу настоящего федерального закона, федеральный перечень учебников, которые рекомендованы к использованию, то есть это тот федеральный перечень, которым мы пользуемся сейчас. Это приказы, и мы их помним, 2018 года, и последние дополнения, которые были опубликованы, эти приказы, которые сформировали, собственно, тот федеральный перечень, который находится в нашем пользовании, и он на момент принятия закона, все те издания, которые там обозначены, они включатся в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, на срок, соответствующий сроку действия экспертных заключений. И этот срок будет устанавливаться Министерством просвещения. То есть они перейдут из одного перечня в другой без дополнительной экспертизы на срок, который будет указан Министерством. То есть очень важно понимание, что принятие этих изменений в закон об образовании очень выверены, они обдуманы, они направлены на то, чтобы не лихорадить систему образования, не лихорадить образовательные организации, то есть обновление федерального перечня будет медленным, постепенным и очень продуманным, чтобы по тем учебникам, которые уже введены в образовательный процесс, дети могли завершить определенный уровень образования, педагоги должны будут завершить основную образовательную программу и в случае каких-либо изменений затем перейти на новые линейки. То есть эта позиция закреплена в законе, и, конечно, она придает нам такую серьезную уверенность. Затем последовал выход приказа, который был ожидаем. Было понятно, что после принятия закона Министерство просвещения Российской Федерации должно опубликовать и новый порядок формирования федерального перечня учебников. Этот документ уже опубликован, он зарегистрирован в Минюсте, вы видите его все необходимые реквизиты. О чем мне хотелось бы сказать, уважаемые коллеги, о том, что, конечно, порядок очень подробно прописывает все необходимые процедуры. Этот порядок совсем на ином качественном уровне теперь будет формировать отбор учебников в федеральный перечень. Прежде всего, государственная экспертиза, научная и педагогическая, предполагается. То есть если раньше экспертизу организовывали сами издательства, сами правообладатели, то теперь эту функцию, задачу берет на себя государство. Именно Министерство просвещения будет определять организации, пул экспертов, причем требования к этим экспертам очень высокие. Более того, фамилии экспертов, их как бы решение будет публиковаться на страницах учебников. Мы будем точно понимать и знать, какие учебники прошли экспертизу и кто эту экспертизу проводил. То есть вот эти все позиции, они говорят о том, что требования к качеству учебников, требования к их современному уровню еще более ужесточаются. И мы это понимаем и с глубоким удовлетворением это принимаем, потому что, конечно, учебник – это основа основ в образовательном процессе,
и он должен быть реализован, он должен быть подготовлен очень тщательно и качественно. Вместе с тем мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что срок принятия учебников, срок экспертизы обозначен следующий. То есть принимаются учебники с 20 февраля по 20 апреля ежегодно, и затем экспертиза учебников будет проходить в течение всего года, и если изменения и будут вноситься в перечень, то в конце, по календарному завершению каждого года. Таким образом, перед следующим заказом, перед следующим формированием нового перечня учебников у вас уже будет, перед всеми образовательными организациями уже будет принят обновленный перечень. То есть вот такой массовой, одномоментной отмены федерального перечня теперь не предполагается. Процедура очень четко говорит о том, что федеральный перечень будет обновляться после проведения экспертизы. Иными словами, уважаемые коллеги, вы всегда задолго, за достаточно длительный период будете знать, каким образом будет меняться, если он будет меняться, федеральный перечень. Поэтому вот формирование заказа сейчас, на сегодняшнем этапе, конечно, мы ориентируемся прежде всего на тот перечень, который принят, который действует. Это два приказа, основной и который затем его дополнил. И на основании этого перечня мы можем уже сейчас уверенно формировать заказ. Я, безусловно, хочу в самом общем виде напомнить вам о том, что библиотечные фонды в соответствии с действующими статьями законов должны быть укомплектованы либо учебниками, либо учебными пособиями, либо электронными учебными изданиями. Мы сейчас предоставляем возможность образовательным организациям издательства просвещения и учебники, и учебные пособия, и электронные издания. Уважаемые коллеги, еще раз мне хотелось бы, ну, обратить ваше внимание на то, чтобы включить учебное пособие в бюджетную закупку, для этого очень важно провести процедуру, которая всем вам уже знакома. То есть этот предмет, эти занятия, этот модуль или этот факультатив, или этот элективный курс, который обеспечивается учебным пособием, должен быть включен в основную образовательную программу образовательной организации. Если эта позиция утверждена, если образовательная организация сама сформировала такой перечень, значит, вы имеете право делать закупку за счет бюджетных ассигнований. Мы сегодня остановимся на учебных пособиях, не столько на учебниках, потому что мы уже достаточно подробно вели об этом разговор. Учебники, пул учебников, которым пользуется образовательная организация, в принципе, уже сформирован, и вы уверенно заказываете их. И сегодня наша задача – обратить ваше внимание, прежде всего, конечно, на учебные пособия, которые могут решить очень важные задачи при организации образовательного процесса. Мы обращаем ваше внимание на некоторые рекомендации, которые должны быть в зоне вашего внимания в этот период. Безусловно, это закупка учебников и учебных пособий для 10-11 классов в связи с плановым переходом на обновленные стандарты старшей школы, среднего общего образования. Немного мы остановимся на теме закупки учебников по родному языку, который стал обязательным предметом, и это, его надо вводить очень уверенно в учебный план, и этой темой надо заниматься так же, как и введением изучения языков на родных языках. Но эта практика уже достаточно уверенно в школах осуществляется, а вот введение русского языка как родного, конечно, вызывает еще вопросы.
Когда мы говорим об учебном пособии, то мы, конечно, помним о том, что именно в части, формируемой участниками отношений образовательных, то есть во второй части учебного плана, и рекомендуется использовать именно учебные пособия. И, безусловно, такую возможность необходимо использовать. Я хочу напомнить вам, что все-таки учебники 2014 года издания, они должны быть обновлены, безусловно, потому что пятилетний срок – это достаточно крайний срок для использования учебника в школе. Он и изнашивается, и, безусловно, эти учебники подвергаются серьезным издательским проработкам, там вносятся новые данные, они обновляются, это такие серьезные переиздания, поэтому пользоваться учебниками периода раньше 2014 года, ну, просто, наверное, в образовательном процессе невозможно. Мне бы хотелось обратить ваше внимание, что сейчас завершена работа, и вы уже сделали первые закупки учебников по истории. Все синхронизированные учебники по истории России, по всеобщей истории, и это надо иметь в виду. Использовать учебники, ранее изданные для учителей или учеников, чрезвычайно сложно, потому что они не синхронизированы по своим периодам и вводятся в учебный процесс достаточно непросто. Обращаю ваше внимание, что в конце прошлого года, вернее, уже позапрошлого, в конце 2018 года, были приняты предметные концепции по предметам, которые вы видите перед собой. В соответствии с этими концепциями в учебнике были внесены необходимые изменения, и, конечно, надо это обратить внимание. Еще одна тема, которую мне хотелось бы с вами обсудить, это, безусловно, значение воспитательной работы в внеурочной деятельности в школе. Вы знаете, недаром в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было обращение о том, что классный руководитель – это все-таки федеральная функция. Уважаемые коллеги, я хочу обратить ваше внимание на эти слова. То есть президент обозначил, что воспитательная работа – это государственная задача. И речь идет не только о том, что, безусловно, мы этому бесконечно рады, что наши классные руководители будут получать дополнительно за свой труд и такую доплату государственную в 5000 рублей, сохранятся региональные выплаты, но это и ставит перед нами задачи более, с моей точки зрения, содержательно и осмысленно подходить к организации внеклассной и внеурочной деятельности, которая, конечно, во многом выполняет прежде всего воспитательную функцию. Издательство «Просвещение» уже давно ведет работу в этом направлении, и мы хотели бы обратить ваше внимание, что так как внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть основной образовательной программы, то мы постарались по всем направлениям внеурочной деятельности, по всем направлениям воспитательной работы, спортивно-оздоровительной, общекультурной, общеинтеллектуальной, духовно-нравственной, мы подготовили для вас учебные пособия, которые позволяют классному руководителю, воспитателю организовать системную работу в том или ином направлении внеурочной деятельности, которая наиболее близка образовательной организации, которая бы на этом хотела системно построить свою внеклассную воспитательную работу. Конечно, прежде всего мы предлагаем учителю и направление общеинтеллектуальное, которое позволило бы закрепить и предметные навыки, метапредметные, интеллектуальные. Но хотелось бы обратить внимание, что мы разрабатываем целую серию, которая связана и со спортивно-оздоровительным направлением, с общекультурным, конечно, духовно-нравственным. «Народы России», «Дорога дружбы» – это замечательные учебные пособия для 1 и 4 класса, которые рассказывают о традициях, о культуре, о
исторических корнях народов Российской Федерации, чтобы дети лучше понимали друг друга, чтобы они гордились теми удивительными традициями, глубочайшими корнями, которые есть в нашей духовной культуре, культуре народов нашей страны. И, конечно, с этими пособиями будет работать, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, мы максимально облегчили учителю задачи. То есть есть и рабочие программы, есть дополнительные материалы, и это было бы крайне полезно. И для основной школы, также, уважаемые коллеги, все, что можно развивать во внеурочной деятельности, мы, безусловно, вам предлагаем. Стараемся сделать учебные пособия для внеурочной деятельности, особенно общекультурного, общеинтеллектуального плана, чтобы и закреплялись предметные навыки, закреплялись универсальные учебные действия, но, с другой стороны, чтобы они носили более практикоориентированный характер. Я хочу напомнить вам, что основной принцип этих пособий – это 60% практической деятельности и 40% теории, 40% знаний, которые вы можете включить во внеурочную деятельность. Поэтому, с моей точки зрения, вот наступает какой-то очень такой важный момент для того, чтобы внеклассную работу осмысливать, для того, чтобы оправдать такое серьезное отношение, нарастание внимания к воспитательному процессу в школе и внимание к классному руководителю. 75-летие Победы, уважаемые коллеги, это очень важный этап в нашей стране. Это не просто дань истории, это еще и очень серьезная работа в тех современных условиях политических, которые являются реалиями сегодняшнего дня. То есть к работе по этой теме нужно подходить очень глубоко, неформально и очень современно. Поэтому вот мы обратили внимание, что в последнее время для детей начальной школы, для детей младшего школьного возраста не так много литературы, которая могла бы и рассказать о подвиге народа, и еще раз осветить основные исторические события в Великой Отечественной войне, и чтобы этот язык был хороший, хорошей, качественной литературы. Поэтому вот нами подготовлено такое издание «Детям о Великой Отечественной войне». О чем хочу еще вам рассказать, это о событиях вот буквально нескольких часов тому назад. Были подведены итоги и прошел брифинг замечательного конкурса, который был назван «Уроки Победы». Его организовывало прежде всего историческое общество, его организовывало Министерство просвещения Российской Федерации, его организовывало и издательство просвещения. Подведены итоги, определены финалисты, определены лучшие работы. В Москве пройдет очный этап. Но вот принято было такое важное с нашей точки зрения решение, чтобы 75 лучших методических разработок, 75 таких работ учителей всей России были подготовлены, и эти методические разработки будут размещены и в Московской электронной школе, и прежде всего, конечно, будут размещены на сайте издательства просвещения. То есть к Дню Победы вы увидите такой педагогический труд, иногда это целые педагогические открытия лучших учителей Российской Федерации. Уважаемые коллеги, сейчас поступают вопросы, я, безусловно, постараюсь на них ответить по завершению основной презентации. Говоря о внеурочной деятельности, хотелось бы, конечно, обратить внимание на учебное пособие совершенно нового такого уровня, нового типа, нового подхода, очень современного, интересного. Наталья Долина, я лидер нового поколения. Когда мы говорим «лидер», то имеем в виду прежде всего не руководство кем-то и во имя чего-то, а прежде всего лидер – это ответственный человек, молодой человек, который ответственно относится к себе, к
тем, кто тебя окружает, и готов эту ответственность брать на себя при реализации определенных лидерских устремлений, если они есть. Книга очень умная, современная, написана прекрасным языком для подростков, очень понятная, снабжена очень хорошим методическим аппаратом, и мы хотели предложить, прежде всего, классным руководителям, работающим с подростковым возрастом, обратить на нее внимание. Религиозные культуры народов России 7-8 класс – это также одно из направлений серьезных в неурочной деятельности, которое может быть включено. Очень часто учителя задают вопрос, а ОДНКР – это чем может быть обеспечен этот предмет в основной школе и когда его можно вводить? Сейчас это не регламентировано, сейчас это решает образовательная организация в настоящий момент. Часто это продолжение в начальной курса, начатого в начальной школе, и есть учебные пособия и учебники, которые предлагают этот курс вводить в 5 классе. Но вот теперь у вас есть и возможность введения этого курса в 7-8 классе. Уважаемые коллеги, несколько слов о русском родном языке. Я хотела бы обратить ваше внимание, что, несмотря на то, что это сделано было достаточно давно, но, тем не менее, еще не всегда это осмысливается глубоко. Вот предметная область филология разделена на 3 самостоятельные предметные области. Это русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык. То есть все эти 3 самостоятельные предметные области должны быть в обязательном порядке в учебном плане отражены. Они должны иметь свои часы. Есть самые разнообразные рабочие программы, которые рекомендуют, как это сделать. Теперь русский как родной язык включен в федеральный перечень учебников, поэтому, уважаемые коллеги, перед вами исчерпывающий перечень документов, писем, приказов, на которые вы можете использовать и уверенно включать русский родной язык, как, впрочем, и родные языки Российской Федерации, в свои учебные планы. Курс очень интересный, и, конечно, это курс, который позволяет ощутить и понять родной язык, в том числе и русский, прежде всего, как культурное явление. У МК русский родной язык полностью сформирован. Сейчас в федеральном перечне учебников обозначено издательство «Учлит». Но я хочу обратить ваше внимание, что учебные пособия, в котором обозначено издательство «Просвещение», они являются также абсолютно легитимными, потому что «Учлит» стал частью издательства «Просвещение». Поэтому на наших пособиях есть издательство «Просвещение», издательство «Просвещение», издательство «Учлит». То есть это те бренды, которые легитимны и которые дают вам возможность уверенно закупать эти учебники теперь уже. И эти учебники у нас с вами есть, и учебный процесс обеспечен со 2 по 9 класс. Уважаемые коллеги, несколько слов о стандарте среднего общего образования, который должен быть введен с 1 сентября этого года. Я думаю, что вы все уже завершаете или уже завершили формирование учебных планов или индивидуальных учебных планов, или профилей. Очень важно учесть все требования стандарта, то есть понять, включить в учебный план и обязательные предметы, о которых мы вам напомнили, и очень глубоко разобраться в том, какие предметы могут формироваться на базовом или углубленном уровне. И понятно, что каждый учебный план профиля должен быть целостным, продуманным и системным.
каждый профиль предполагает, что вот в старшей школе 40% учебного плана – это выбор. А раз выбор, это значит, он должен быть обеспечен прежде всего самыми разнообразными учебными пособиями, элективными курсами. И мы максимально помогаем учителю, мы максимально помогаем учителю вот для того, чтобы он не тратил очень много времени на то, чтобы составить программу, обозначить результаты, соединить элективный курс с основным предметом, помочь ребенку в профильном выборе. Поэтому сделана большая, была проведена большая работа, и мы предлагаем вам, и вы можете очень внимательно, я сейчас, безусловно, не буду подробно комментировать вот предложенные вам учебные планы, но вы можете посмотреть, каким образом мы предлагаем сформировать тот или иной профиль на основании Федерального государственного образовательного стандарта старшей школы, где вы можете увидеть и базу, и углубление. И с нашей точки зрения очень важную часть – это предметы по выбору. Чем они могут быть закрыты? Как они могут развить этот выбранный вами профиль? Мы предлагаем вам учебные пособия и для универсального профиля. Мы, безусловно, подобрали все, что есть самого, ну, мне кажется, интересного для социально-экономического профиля. И элективные курсы, и основные учебные предметы. Один из самых популярных профилей – это гуманитарный. И также мы предлагаем вам для гуманитарного профиля целый набор индивидуальных учебных, то есть целый набор учебных пособий. Мы также обращаем внимание, что в учебном плане старшей школы должен быть предмет индивидуального проектирования, потому что практически весь год дети должны заниматься индивидуальным проектом. И мы вам предлагаем учебное пособие, которое и объясняет индивидуальный проект, и как лучше с ним работать, как выбрать тематику для индивидуального проекта, на какие этапы разделить работу над индивидуальным проектом, как правильно эффективно организовать его защиту. Конечно, особое внимание это и технологическому профилю, который предлагается в федеральных государственных образовательных стандартах, и достаточно большой выбор для этого есть. И, безусловно, естественно, научный профиль, который, внимание к которому и на уровне государства, и на уровне выбора образовательных организаций нарастает. Обратите, пожалуйста, внимание на него. Вы видите, какое большое количество учебных пособий мы вам предлагаем. Вообще вся серия «Профильная школа», она направлена на то, чтобы вы могли очень глубоко сформировать индивидуальный учебный план ребенка или группы детей, которая занимается по тому или иному профилю. Мы готовы развивать эту серию дальше, и, безусловно, будем это делать. И будем вам очень признательны, если вы будете направлять к нам предложения, может быть, свои какие-то наработки по элективным курсам. Мы готовы с вами обсуждать эту тему, готовы разрабатывать ее дальше. И, конечно, нам нужно над этим работать. Ну, особое внимание, конечно, проблемам экологии, которые сейчас есть. И это запрос современного общества, это одна из самых колоссальных проблем. Мы обращаем ваше внимание, что над предметом естествознания, это таком уже интегрированном предмете, который формирует целостное отношение к миру. И мы сейчас работаем над целой серией учебников, которые начинаются с 5 класса. И сейчас уже в московских школах появился такой учебник, который объединяет в себе в ГОС и географии, и биологии, закладывает начальные знания по физике, химии, астрономии. Уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание на то, что вообще за рубежом, естественно, научное направление –
представлена более разнообразно, чем у нас. И, конечно, мы хотели бы через учебные пособия, через, может быть, и внеурочную деятельность в настоящее время компенсировать вот это направление. Поэтому все, что касается естествознания, безусловно, сейчас будет активно развиваться. Уважаемые коллеги, несколько слов я должна посвятить все-таки теме функциональной грамотности и необходимости просто сейчас крайней в связи с тем, что поставлена задача попадания в десятку по результатам международных исследований в десятку ведущих стран мира. Задача амбициозная, непростая, о том, что просто необходимо сейчас во внеурочную деятельность, в предметные процессы вводить занятия с детьми функциональной грамотностью. Уважаемые коллеги, кроме того, что это будет всероссийская оценка качества образования и международные исследования, которые будут и в 2021, и в 2024 году, безусловно, и по единому государственному экзамену, в ВПРах, в ОГЭ, и мы увидим это очень скоро в версиях демонстрационных, мы увидим, что практикоориентированные задания уже появляются, и их объем будет нарастать. Конечно, очень быстро внести изменения в учебники не представляется возможным, поэтому сейчас мы хотели бы компенсировать это учебными пособиями, которые позволят учителю вот это направление предметной и учебной деятельности, которое мы сейчас называем функциональной грамотностью, ввести. Я напоминаю, что очень направлений достаточно много функциональной грамотности и уже известное нам, 10-11 класс, ой, простите, это у меня взгляд упал на вопросы, я сейчас к ним перейду. Это известная нам математическую, читательскую, естественно, научную грамотность, но мы с вами говорим о глобальных компетенциях, о финансовой грамотности, о креативном мышлении. Это все те задания, которые будут присутствовать в международных исследованиях, и, конечно, дети, которые, безусловно, попадут 15-летнего возраста, особенно в исследовании ПИЗа, они должны быть к ним готовы. Мы предлагаем и обращаем ваше внимание на три категории изданий, которые подготовлены и уже сейчас включены в бланки заказов. Они есть, к ним уже сейчас огромное внимание, уже сейчас поступают достаточно серьезные вот заказы на эти учебные пособия, поэтому еще раз я хотела бы несколько слов о них сказать, достаточно лаконично. Первое – это большая серия задачников, которая подготовлена по всем основным предметам. И эта серия задачников нацелена вот на что. В них представлены задачи самого разнообразного уровня. Учитель может их использовать и для закрепления предметного знания во время уроков. Они могут быть использованы для подготовки детей к разным уровням олимпиад, потому что там есть задачи повышенного уровня. Причем в этих задачниках есть равноценные задания, но различных вариантов. То есть вы можете положить на стол один задачник, и там будут задачи для первого, например, и для второго варианта равноценные. И, конечно, там есть практикоориентированные задания, которые позволят готовить их к международным исследованиям. Безусловно, я хотела бы обратить ваше внимание, что в феврале месяце уже изданы эта новинка. Уже сейчас мы отгружаем эти учебные пособия по заказу образовательных организаций. Это большая серия, которая называется «Функциональная грамотность. Учимся для жизни». Эта серия немножко необычная. Это серия, которую мы назвали индивидуальными учебными пособиями, потому что она может использоваться и как учебное пособие, которое лежит рядом с тетрадью ученика, но может быть использована для непосредственной работы в учебном пособии. Почему было принято такое решение? Потому что решение задач в формате ПИЗы, оно непривычно для нас.
И не каждый учитель точно понимает, как приступить к решению этой задачи, на что обратить внимание, даже как оценить эту задачу. И вот мы поставили перед авторами, а это очень серьезный авторский коллектив под редакцией Галины Сергеевны Ковалевой, очень серьезного эксперта, одного из самых авторитетных в международных исследованиях, она показывает, и этот авторский коллектив показывает, как точно нужно работать, на что нужно обратить на задачах в формате ПИЗы. По всем грамотностям, даже по математической и читательской грамотности у нас есть две части, потому что это практикоориентированные задания на базе знаний 5 и 7 класса, но и семиклассники могут свободно работать с заданиями, которые, казалось бы, рассчитаны на детей более раннего возраста, но они настолько практически, они используют ситуации, контексты повседневной жизни, что, конечно, они вызовут, безусловно, интересы у них. Поэтому, уважаемые коллеги, если вы включаете в основную образовательную программу факультативные элективные курсы, внеурочную деятельность, которую мы рекомендуем так и назвать «Учимся для жизни», то, безусловно, индивидуальные учебные пособия, правда, можете их покупать и по 310-й, и по 340-й статье, они могут быть предназначены для бюджетной закупки. Если вам нужно как можно больше задач, как можно больше примеров задач для функциональной грамотности, то мы для вас приготовили такие тренажеры. Они, конечно, уже не прописывают подробно, как решить задачу, но зато предлагают вам на выбор их достаточно много. Особенно мы серьезно работали над естественно-научной грамотностью, потому что для нас это большой вызов. У нас в школах сейчас самый низкий результат по естественно-научной грамотности. И мы разбили эти тренажеры вот в таком, по тем направлениям, которые и есть в ПИЗе. Физические системы, Земля и космические системы, живые системы, то есть биология, физика, химия, астрономия. Но опять это практикоориентированные задания. Поэтому эти тренажеры позволят просто учителю дать большой пул задач, которые можно включить в образовательный процесс либо во внеурочную деятельность. Напоминаем вам, что уже создано вместе опять Центр оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии наук. Целая серия, посвященная оценке и вот диагностике результатов по метапредметам, по метапредметным результатам. Это также такая непростая тема для учителя. Обратите, пожалуйста, на нее внимание. Все, кто пользуется ею, все, кто включает это в свой образовательный, вот, в свой образовательный процесс, они высоко оценивают очень то, что вам предложено. У учителя становится очень четко и явно понимание, в каком направлении двигаться, как простроить задание, что не хватает, какие дефициты у детей. Вот такие стандартизированные материалы для оценки метапредметов, они разработаны, и мы вам их предлагаем. Вот вы увидите в нашей... в нашей презентации все необходимые данные, где вы можете задать вопросы, где вы можете увидеть рабочие программы, где вы можете увидеть все необходимые контакты, которые позволят вам правильно оформить пакет документов для закупки. Я хочу вам сказать о том, что издательство «Просвещение» работает не только с регионами, муниципалитетами в рамках централизованных заказов, но и не только в рамках централизованных заказов, но и мы заключаем сейчас уже более 30 тысяч договоров конкретно с образовательными учреждениями. Мы к этой работе готовы, поэтому уже давно, поэтому, пожалуйста, обращайтесь в наши службы, и мы можем работать с каждой образовательной организацией индивидуально.
У меня еще есть некоторое время, которое я, безусловно, оставила для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Уважаемые коллеги, достаточно много вопросов, связанных с курсом истории 10-11 класса. Значит, еще раз хочу повторить, дорогие друзья, что линейка 5-9 сейчас, вернее 6-9 по истории России, 5-9 по всеобщей истории, она полностью синхронизирована. И в перечень, федеральный перечень учебников 2018 года вошли учебники, которые синхронизированы друг с другом. Они позволяют учителю в разных вариантах, какой выберет сам учитель. Это может быть либо последовательное изложение, сначала всеобщая история, потом история России, либо это может быть параллельные курсы. Но учителю уже нет необходимости свои рабочие программы подстраивать под прежние учебники. Поэтому, конечно, мы вам рекомендуем, и я уже это, об этом говорила, сделать такую закупку учебников 2018 года, и тогда у вас проблема будет решена. Мне бы хотелось еще обратить ваше внимание и ответить на вопрос по 10-11 классу, по всеобщей истории. Да, мы планируем, сейчас эти учебники, учебные пособия сдаются как учебные пособия, но мы подготовили их для передачи на экспертизу. Они будут в этом году переданы на экспертизу в Министерство просвещения по новому порядку, и мы надеемся на то, что они должны будут как бы проходить эту процедуру, и в случае положительного решения вы увидите уже полную законченную линейку под редакцией Таркунова до 11 класса. Теперь очень много вопросов, связанных со сроком использования учебников. Действительно, уважаемые коллеги, нет ни одного нормативного документа, который бы жестко определял, например, 5-летний срок учебников. Вместе с тем, есть разъяснения, которые прежде всего посвящены бухгалтерскому учету. И именно в документах, в инструкциях по бухгалтерскому учету говорится о том, что основные средства, а я хотела бы обратить ваше внимание еще раз на то, что учебники являются, если они закупаются по 310 статье, они являются основными средствами, они ставятся на балансовый учет, что они списываются в случае их физического или морального износа. Вот какое есть требование. Поэтому, когда мы говорим о 5-летнем сроке, то мы понимаем, что если меняется федеральный перечень учебников, если меняются предметные концепции, если вносятся изменения в федеральные государственные образовательные стандарты, если принимается, например, историко-культурный стандарт, это значит, что вносятся изменения в содержание, это значит, что учебники прежнего периода устаревают морально. Поэтому, конечно, ориентироваться прежде всего надо вот на эти направления. И когда вы списываете учебник, то вы обосновываете это и предполагаете закупку следующих учебников. Вы обосновываете это прежде всего тем, что этот учебник либо физически устарел, либо морально. То есть там уже содержание учебника не отвечает требованиям. Очень важно, вот когда вы анализируете, когда вы формируете заказ, очень важно вести вот этот учет библиотечному фонду, который он есть. Очень важно отсматривать учебники на предмет их морального износа. Если у вас есть вопросы по той или иной линейке, то есть если вы хотели бы получить разъяснение о тех или иных учебниках, которые 11 года, вот меня здесь спрашивают, 14 года, которые у вас есть в библиотеках, могут ли они использоваться, мы, конечно, вам укажем на то, какие изменения произошли в этих учебниках и почему, даже если, может быть, они физически достаточно сохранены, почему все-таки в учебном процессе их использовать нежелательно. Есть
Причем я обращаю ваше внимание на то, что когда меняется федеральный перечень учебников, то в приказах Министерства просвещения всегда четко оговаривается срок, в каком периоде можно использовать учебник, который, например, не попал в новый федеральный перечень. Ранее это было 5 лет. Почему мы говорили вам, что перечень 2014 года и перечень 2018-го, те учебники, которые не попали в 2018 год, они могут использоваться только до 2019 года. Был 5-летний срок. В приказе 2018 года уже установлен 3-летний срок. То есть тех учебников, которые не вошли в новый перечень. Нужно очень внимательно всегда следить за приказами. Именно там эти сроки и обозначаются. Коллеги, очень много вопросов по учебникам коррекции 8-го вида. Почему они редко переиздаются? Уважаемые коллеги, мы готовим учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме в соответствии с федеральными государственными стандартами для этого вида образования. Поэтому сейчас я вот не включила в свою презентацию, она такая, ну, более меньшего объема. У нас есть большая презентация, которая представлена из 117 слайдов, и там очень подробно рассказывается, какие учебники мы предлагаем для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они у нас все перечислены в бланке заказа. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Если есть заказ, мы их переиздаем по заказам образовательных организаций. У нас иногда поступают заказы на 50 учебников, на 70, и мы их включаем в план печати и вам поставляем. Поэтому вот такого массового переиздания мы не делаем, и в этом нет необходимости. Но если у вас есть потребность, пожалуйста, вы заказы оформляйте. Будет ли издана программа для русского языка Рыбченкова 10-11 класс, когда планируется? Уважаемые коллеги, у нас все учебники, которые сейчас находятся в бланке заказа и которые поставляются в школы, обеспечены рабочими программами. Причем они есть как в варианте для электронного бесплатного скачивания, так мы их и, в общем, по заказу стараемся печатать. Но сейчас уже печатные рабочие программы, в принципе, востребованы крайне редко. Поэтому, пожалуйста, посмотрите внимательно на наш сайт. Мы вам показали, где можно увидеть рабочие программы. Я еще раз проверю, опубликована ли она там. Опубликована ли она там, и, пожалуйста, вы можете ей воспользоваться. Какой вид в этом году, какой класс переходит на ВГОС? Уважаемые коллеги, это имеется в виду адаптированные общеобразовательные программы. Уважаемые коллеги, на ВГОС сейчас, если вы имеете в виду ВГОС для детей с интеллектуальными нарушениями, уже переходит основная школа. То есть завершается, ну, как бы, я понимаю, что для школ, занимающихся по адаптированным программам, нет такого понятия начальная основная школа, там несколько другая линейка, другие ступени, поэтому сейчас это 5 класс. На вашем сайте этого нет, я вижу, мне пишут, нет, не опубликовано. Давайте я возьму себе на работу, и в эту работу, и проконтролирую, чтобы рабочая программа Рыбченко в 10-11 класс была на месте. Вот сейчас мне здесь поправляет меня Марина Гришина, говорит о том, что 4-й класс сейчас по ВГОС работает по ВЗ. Это правильно, я просто говорю уже о будущем. Вы заказываете учебники на следующий год, и мы понимаем, что вы уже переходите в 5-й класс. Можно ли использовать учебники 2015 года в следующем году? Как считать по учебному году или по календарному?
Уважаемые коллеги, еще раз мне хотелось бы обратить ваше внимание. Здесь важен не год издания, здесь важен, есть этот учебник в перечне или нет. Вы должны четко ориентироваться на федеральный перечень учебников. Нужно смотреть именно на эту характеристику и на то, о которой я вам уже сказала. Это физический и моральный износ. Поэтому вы ориентируйтесь на федеральный перечень учебников 2018 года и то дополнение, которое было уже в 2019 году. И эти учебники у нас с вами предназначены для заказа. Когда техникумы и колледжи увидят в федеральном перечне издательства просвещения для закупки учебников 10-11 класса? Уважаемые коллеги, вот этот вопрос требует разъяснения. Смотрите, если мы имеем в виду, что колледжи, техникумы реализуют программы среднего общего образования или основного общего образования, то ничто не препятствует вам закупать по общеобразовательным предметам учебники для 10-11 класса. Они в перечне есть, и они сейчас могут позиционироваться как учебники для старшей школы, для реализации общеобразовательных программ, которые вы реализуете в техникуме или в колледже. Вы ее адаптируете для своего учебного плана с помощью рабочей программы. Но сам учебник соответствует в ГОС, а вы пользуетесь федеральным государственным образовательным стандартом старшей школы. Может ли частная школа, имеющая лицензию и аккредитацию, получить возможность заказать необходимые учебники для 1-11 класса по ФПУ за бюджет? Как это сделать? У нас новый библиотекарь просит разъяснений. Уважаемые коллеги, по закону, если частная школа имеет лицензию и аккредитацию, тогда она получает на реализацию образовательной программы норматив из либо регионального, либо, ну, прежде всего, из регионального бюджета, может быть, из муниципального, если передается субсидия. Если в норматив входит закупка учебников, то вы обращаетесь, и вы можете использовать этот норматив. Если закупка централизованная, то вы должны обратиться в орган управления образованием, либо в региональный, либо в муниципальный. И если частная школа имеет лицензирование или аккредитацию, то, безусловно, вам должны выделить норматив для закупки учебников. Я уже сейчас сказала по всеобщей истории и по Левандовскому, и по всем остальным направлениям, что мы сейчас их издаем как учебные пособия, но мы подаем их на экспертизу, и в следующем учебном году, если мы благополучно экспертизу пройдем, вы увидите это и в перечне, и в нашем бланке заказа. Куда делись учебники ОБЖ Смирнов-Хренников? Ну, уважаемые коллеги, сейчас эти учебники перерабатываются под новую предметную концепцию, и они также будут переданы на экспертизу. Особенно хочется, чтобы улучшилось качество учебников для начальной школы. Елена, ну, мне бы хотелось, чтобы вы более конкретно обозначили то, что вы хотели бы увидеть, что вы имеете в виду, какое направление учебника, либо методическое сопровождение, либо содержательную часть, либо полиграфию. Что вы имеете в виду? Постарайтесь это обозначить. А, вы пишете, сейчас учебники не выдерживают и года. Уважаемые коллеги, ну, я хочу сказать, что есть жесткие стандарты СанПинов, по которому учебник должен издаваться, и они строго, мы этому строго придерживаемся, поэтому почему они не выдерживают у вас одного года, давайте это обсудим. Пишите нам письмо, конкретную претензию, мы должны это, ну, с вами проанализировать вместе. Если вы имеете в виду, я вижу мягкие переплеты, коллеги, вот давайте мы вот что обсудим с вами. Во-первых,
твердый переплет решает две, мягкий переплет решает две серьезные проблемы. Первое. Мягкий переплет дешевле для учебника. И когда нам бюджеты ставят вопрос о том, что учебник должен быть максимально финансово, ну, как вы понимаете, оправданным для бюджетной закупки, мы стараемся максимально делать все, чтобы он не был очень дорогим. Поэтому мягкий переплет для этого наиболее рационален. И самое-то главное, я хочу обратить ваше внимание, что Санпин очень строго регламентирует вес учебника. И если мы с вами вводим твердый переплет, значит, мы должны пожертвовать какой-либо частью содержания. Поэтому обратите внимание на это. Мы перешли на мягкие переплеты для того, чтобы вот за счет именно дополнительного материала, за счет заданий, в том числе и практикоориентированных, за счет методического аппарата, все-таки объем учебника удержать в рамках Санпин. Ну и ничем не жертвовать. При закупке цена на твердый переплет и мягкий одинаковые. Не совсем так, уважаемые коллеги. Да, она одинаковая, но при этом твердый переплет, он вот делает учебник немножко другим. Уважаемые коллеги, я вижу сейчас очень много, ну, по ОБЖ я уже сейчас прокомментировала, что мы постараемся подготовить и мы сдадим эти учебники все по ОБЖ разного формата, я имею в виду изучение 5-9, 8-9, 10-11. Мы представим это для экспертизы, для включения. Уважаемые коллеги, вижу еще раз, мы несколько раз проводили вебинары по истории. Вопросы продолжаются. Вот давайте мы в следующий раз пригласим для подробных комментариев, я все эти вопросы сейчас возьму, для подробных комментариев по истории. Так, уважаемые коллеги, вопрос очень важный. Хочется услышать про учебник по родной русской литературе. Уважаемые коллеги, мы работаем над учебником «Русская родная литература», но мы ждем единственно рабочую программу, которая, примерную рабочую программу, которая должна быть утверждена федеральными учебно-методическими объединениями для того, чтобы там были обозначены все-таки основные требования к этому предмету, прежде всего в части перечня литературных произведений, которые там должны быть включены. Безусловно, у нас есть уже свои предложения на эту тему, но пока не будет решения Федерального учебного методического объединения, мы не сможем даже предложить вам учебное пособие, потому что программа должна быть все-таки включена в реестр примерных образовательных программ. Мы обращаемся в Министерство просвещения для ускорения этого процесса. Я думаю, что и вы могли бы это сделать для того, чтобы вот было в ускоренном... Ну, как бы была принята примерная рабочая программа по этому очень важному предмету. Уважаемые коллеги, я вижу, что вы пишете по заказу учебников для 11 класса. Пока мы вам на сегодняшний момент под линейку Туркунова мы можем предложить только учебные пособия. Только учебные пособия. В 10 классе линейка, в принципе, завершает в ГОС, но для 11 класса учебные пособия вы можете приобрести и заказать для этой линейки, но напоминаю, что вы должны иметь для этого и учебник. Пока учебника у нас в федеральном перечне нет, но мы завершили над ним работу. Еще раз повторяюсь, издаем на экспертизу. Есть ли учебники для слабовидящих обучающихся? Безусловно. В этом году и в прошлом году мы подготовили более 400 учебников для слабовидящих. Поэтому смело заказывайте, они у нас есть. Можно ли отказаться от выпуска учебников формата А4 в пользу А5? А4 неудобен детям, его трудно умещать в портфеле, сумки, рюкзаки. Родители высказывают недовольство. Вы знаете, я вам должна обратить ваше внимание, что
как тех, кто критически относится к формату А5, А4, так и те, кто наоборот настаивают на том, чтобы был формат учебников А4, потому что он более удобен для восприятия. Там размещается большее количество иллюстраций, схем, диаграмм. И если мы понимаем, что сейчас ребенок воспринимает самый разнообразный текст, что все-таки формат опять это вот уменьшенный вот этот учебник стандартный, достаточно для прежнего времени. Он был рассчитан прежде всего для текстовой информации, а сейчас она должна быть самая разнообразная. Еще раз повторюсь, и рисунки, и диаграммы, и они должны быть представлены в разных видах, рубрикаторы должны быть другие. Конечно, уместить это в другой формат очень сложно. Поэтому последователей более увеличенного формата учебника сейчас очень много. Уважаемые коллеги, есть еще один вопрос, на который я хотела бы серьезно ответить. В ФПУ нет учебников для слабовидящих. Как их можно закупать? Уважаемые коллеги, мне хотелось бы обратить ваше внимание вот на что. Учебники для слабовидящих детей, для интеллектуально сохранных детей – это те же самые учебники, которые включены в федеральный перечень учебников, просто они изданы в другом кегле. Они изданы в более широком, ну, то есть у них больший объем, потому что кегль шрифта гораздо больше, чем у обыкновенного учебника. Ничем другим они больше не отличаются. Но в связи с тем, что там несколько другие иллюстрации, там убраны мелкие детали, шрифт более крупный, количество частей увеличено, то понятно, что в федеральном перечне учебников, в котором четкое количество частей, например, обозначено, понятно, что вот возникает такой диссонанс. Поэтому, когда вы заказываете учебники для слабовидящих, они имеют статус учебного пособия. Я уже объяснила, почему. Большее количество частей, и они по-другому немножечко, они по-другому сверстаны. Но содержательно они ничем не отличаются. И содержательно они строго следуют учебнику, который находится в федеральном перечне учебников. Вы можете их закупать в бюджетной закупке, безусловно. Мы можем давать вам необходимые разъяснения, если вам это будет необходимо. Что скажете про учебники ОДНКНР? Уважаемые коллеги, мы сейчас подготовили и сдаем учебное пособие для 5 класса. Мы его будем подавать на экспертизу и для включения в федеральный перечень учебников. И я сегодня представила учебники 7-8 класса религиозной культуры народов мира, которые тоже можно использовать для этого предмета. Уважаемые коллеги, к сожалению, время нашего вебинара подходит к завершению. Я еще раз хочу вам вот о чем сказать, что мы будем следовать там той традиции, которая у нас уже есть. Все ваши вопросы у нас зафиксированы. Мы сейчас на них внимательно посмотрим, постараемся подготовить вам такие развернутые пояснения и вам направить. Ага. Есть еще один вопрос, не могу на него не ответить, потому что он очень важный. Спасибо за него. Вы спрашиваете, электронная форма учебников, она включается отдельно в федеральный перечень или нет? Как к ней относиться? Я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас требование законодательства таково, что каждая бумажная версия учебников должна иметь свою электронную форму. И когда мы сдаем учебники на экспертизу, мы сдаем не только бумажную версию, но и электронную. То есть, когда учебник попадает в федеральный перечень учебников, он уже априори имеет свою электронную форму. Вы можете купить в соответствии с законом об образовании
либо бумажную версию, либо электронную. Вы можете также приобретать их отдельно. То есть они предполагаются для закупки и самостоятельно, потому что в законе написано, что вы должны быть обеспечены в образовательном процессе бумажным учебником и или электронным. Поэтому такие варианты мы вам должны предоставить. Безусловно, они полностью соответствуют бумажной версии учебников. Коллеги, спасибо вам огромное за внимание. Наш вебинар будет, как всегда, размещен, если необходимо будет что-то посмотреть еще раз. Все материалы и большая версия презентации будет и размещена уже на нашем сайте. Поэтому на ваши вопросы мы постараемся ответить. И по учебным изданиям для, по адаптированным общеобразовательным программам, по истории, мы это видим, как бы мы понимаем, что такие вебинары нужно организовывать регулярно, хотя они у нас появляются достаточно часто. Спасибо вам огромное. Разрешите с вами попрощаться, пожелать вам всего самого наилучшего и поздравить с наступающим праздником. Весенним, нашим любимым женским праздником 8 марта. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч в следующем месяце.